Мусорозамещение в Богородском районе. Плодородную землю, предназначенную для земледелия, заменяют на бытовой мусор. Вот такое природное варварство происходит в поселке Комсомольский Богородского района. Некая частная организация скупила там часть земель сельхозназначения, но выращивают там не овощи и фрукты, а горы мусора. Плодородную землю распродают, а на освободившуюся территорию превращают в свалку. Многотонные грузовики постоянно курсируют на этой территории. Здравствуйте! Грузоперевозки, да? Ребята, а куда грунт возите? Машины-то идут дуром, с этим торфом, с песком. Земельку-то там меня казнят. Выращивали морковку, капусту, зерновые выращивали. А сейчас они все безобразие там. Устроили свалку, они снимают слои песка. Вот, вырывают ямы и закапывают туда мусор. Все изрыли. Одни рвы, а была вот такая, ну, в общем, обработанная земля с поливными участками. А сейчас все изуродовали, все повытаскивали, возят торф. День и ночь торф возят и возят. А сейчас уже у нас стало на уровне вот этих, как и гумновской свалки. Сколько раз подходил, сколько раз говорил, иди, не твое дело, иди. И просил предъявить документы тоже. Иди, бабушка, иди. Хотелось бы узнать, что здесь такое за мероприятие. Грунт, говорят, вывозят, продают. Нет. Свалку у вас здесь, полигон БТО. Свалка здесь засыпает. Ферма хотел строить. Что? Ферма хотел строить. Какая ферма? Ферма. А почему свалка БТО? Здесь засыпи делают. Там яма была, засыпи делают. Какая яма? Там свалка, полигон БТО свалка. Сделал. Там, вон, там отходы лежат. Отходы, я не знаю, когда лежали. И вот сейчас они ископают, вырвут весь этот торфяник, выберут и уедут дальше. Со слов охранника, мусор они не принимают. Но вывеска над въездом в это поле говорит об обратном. Можно мусор привезти? 70 рублей куб. Понял. Но у меня-то не будет проблем у водителя с законом-то там. Вдруг у вас, конечно, сейчас полиция приедет, и я тут с мусором у вас выгружаюсь. И мне скажут, что ты здесь делаешь. На каких основаниях? Не будет такого? Это моя территория, я здесь дальше добороблю. Не вопрос, там, если будет, я буду с ним разбираться. Ты думаешь, не знают они, что это незаконно? Все, они знают. Карман подставляют, им кладут. Нашим кладут, Богородску хватает. Я, знаешь, сколько с ними уже боролась? А сейчас я вот так вот махнула и сказала, потому что толку никакого нет. Я только себе врагов наживаю. И больше ничего. Сейчас они больно хорошо. Одному в карман теленка, другому поросенка, третьему барана, а четвертому Ярочку. О сложившейся ситуации мы сообщили в Министерство экологии Нижегородской области. Специалисты осмотрели этот разворованный и загубленный участок земли. Признаки нарушения как минимум нескольких статей Кодекса об административных правонарушениях, касаемо сохранения плодородного слоя, касаемо незаконного размещения отходов. По нашей информации, данная территория находится в частной собственности и относится к категории земель сельхозназначения. Ввиду этого мы всю информацию об этом направили по подведомственности для принятия мер в Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл, а также в Росреестр для проверки данных фактов. Также в октябре этого года эта информация была направлена в Нижегородскую межрайонную природоохранную прокуратуру.